Привет, друзья! Сегодня я хотел бы рассказать вам о довольно интересной и необычной блокчейн-платформе под названием SmartLens и ее утилитарном токене SLT, который может стать отличным дополнением к вашему криптовалютному портфелю, особенно с учетом всех тех возможностей, что открывает SLT на платформе SmartLens. Основным продуктом SmartLens является инвестиционная платформа, на которой пользователи смогут вкладывать средства в сельскохозяйственную отрасль и недвижимость при помощи токенизированных активов. То есть SmartLens предлагает максимально простое и удобное решение по инвестированию, которое благодаря блокчейну лишено всяческих издержек фиатной системы и бюрократической волокиты. Используя продукты от SmartLens, крупные и мелкие инвесторы смогут инвестировать в недвижимость и сельскохозяйственную отрасль с такой же легкостью, как и торговать цифровыми активами на криптовалютных биржах. Причем эти две отрасли – это только начало, и в будущих планах у SmartLens токенизировать множество других секторов реальной экономики, чтобы сделать инвестирование в них простыми и удобными. На данный момент компания SmartLens успешно завершила тестирование своего кейса с токенизацией недвижимости на территории Великобритании по официальной финансовой лицензии и в данный момент готовится к официальному запуску своей инвестиционной платформы в Украине, уже открыв официальный офис в Киеве. На Украину выбор пал из-за ее благоприятного законодательства в сфере цифровых активов, благодаря которому SmartLens как компания сможет работать полностью легально. В будущем же SmartLens выйдет со своим продуктом на международный уровень. И также, помимо собственных сил и наработок, у SmartLens есть еще и партнер – компания Agroxy, которая уже много лет представляет возможность торговать сельскохозяйственной продукцией и работать на территории Украины и нескольких африканских странах. Ранее пользователи Agroxy оперировали исключительно фиатной валютой, но теперь на данной платформе можно будет использовать и токен SLT. В данный момент токен SLT успешно работает на блокчейне Stellar, однако в будущем он станет полноценной криптовалютой с собственным блокчейном под названием SmartLens Network, в который данный токен помимо своих основных функций будет также использоваться для оплаты комиссий и голосований. Плюс помимо инвестиций в токенизированные активы, собственный блокчейн SmartLens Network даст возможность пользователям зарабатывать еще и на создании своих нод и оракулов, делегаций и подтверждении транзакций по модели Delegated Proof of Stake. Комиссии же при этом в блокчейне SmartLens Network обещают быть крайне низкими, не более 1 цента США. И несмотря на то, что платформа SmartLens пока что находится только на стадии развития, их токен SLT уже успешно торгуется на криптовалютной бирже Whitebit в парах с биткоином и USDT и показывает весьма хорошие результаты роста. Например, за последние несколько дней SLT вырос на целых 300% в паре с биткоином. Скоро же компания SmartLens планирует провести листинг SLT еще и на других крупных криптовалютных биржах, не считая того, что купить его можно также на таких платформах, как Stellar Tern и Stellar X. При этом суммарная капитализация токена SLT под данным CoinMarketCap составляет почти 4 миллиона долларов. Так что, если вы интересуетесь данным проектом, то сможете без проблем купить их токен и хранить его в любом Stellar кошельке до выхода собственного блокчейна SmartLens Network. Тем более, что потенциал у SLT весьма мощный, особенно учитывая, что описанная мною выше платформа для инвестиций в токенизированные активы – это только основной продукт от SmartLens. Помимо него, компания предлагает также и услуги по оптимизации финансовых операций с помощью блокчейна, которые могут быть крайне полезны сторонним компаниям и фондам, помогая сократить до 70% операционных расходов. На этом мой обзор подходит к концу. Если же вас заинтересовал проект SmartLens и его токен SLT, то узнать более подробно о них вы сможете в описании под видео. Только помните, что мое видео – это не призыв к инвестированию и даже не рекомендация. Я всего лишь ознакомлю вас с теми или иными блокчейн-проектами. А любые решения об инвестициях вы должны принимать самостоятельно. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам, профита. Пока-пока.